Всем привет, с вами Inform TV. Час назад известная продюсер и бизнес-вумен Яна Рудковская поделилась с подписчиками прекрасной новостью. Она стала мамой четвертый раз и снова родился мальчик. В браке с Евгением Плющенко этот ребенок является вторым. Цитата. «Теперь у меня 4 сына, и я самая счастливая мама. Мечты сбываются. Знакомьтесь, этот малыш Арсений Евгеньевич Плющенко», написала женщина в Инстаграме. Евгений тоже не остался в стороне и сообщил фолловерам, что мальчик родился 25 сентября. Для Плющенко он является третьим ребенком. У фигуриста есть еще старший сын от брака с Марией Ермак. Саша, известный многим поклонникам как Гном Гномыч, очень счастлив, что у него появился младший братик и теперь будет с кем играть. В комментариях на звездную пару сыпятся поздравления. Все желают здоровья малышу и счастья в семье. Мы присоединяемся к данным пожеланиям. Скорее всего, малыш появился на свет при помощи суррогатной матери, ведь Яна давно признавалась, что у нее не получается выносить еще одного ребенка, хотя они очень хотели бы стать родителями еще раз. Напомним, у Рудковской осталось 2 сына от брака с бизнесменом Виктором Батуриным. Если вы присоединяетесь к поздравлениям, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!